Хоккейную коробку «Сокол» ждет реконструкция. На спортивной площадке установят новые борта, баскетбольные кольца, мини-футбольные ворота и систему видеонаблюдения. Сетчатое ограждение сильно изношено. Во время игры в хоккей шайбы порой вылетают за пределы коробки, что становится небезопасным для прохожих и припаркованных авто. Оставляет желать лучшего и покрытие ледовой арены на Куйбышево. Новую жизнь хоккейная коробка получит уже в этом году. На ее реконструкцию потратят 20 миллионов рублей. Спасибо большое администрации и депутатам городской думы, которые первоначально нам выделили финансовые средства на проектно-сметную документацию. Она появилась и потом уже вот на 23-й год, спасибо большое, выделены финансовые средства для реконструкции хоккейной коробки. Поэтому на сегодняшний момент 6 заявок уже есть, сейчас проходят конкурсные процедуры. До 21 числа мы уже узнаем, кто же тот счастливец, который будет выполнять работы по капитальному ремонту хоккейной коробки. Особое внимание в проекте реконструкции уделили покрытию. Его планируют сделать бесшовным и пористым. Такое покрытие считается травмобезопасным для летних видов спорта, а также подойдет для заливки катка зимой. Также планируют установить баскетбольные кольца, мини-футбольные ворота и систему видеонаблюдения. Будут меняться и сетчатое ограждение, и сама хоккейная коробка ограждения, это и скамья запасных полностью будет меняться, осветительные приборы, здесь будет заново меняться освещение, то есть реконструкция, ну и, естественно, благоустройство рядом, здесь и асфальтированные дорожки, и подъезд к самой коробке будет, это все заложено. Работы по реконструкции планируют завершить к концу года. Самые частые вопросы горожан: закроют ли коробку для жителей и сделают ли вход платным. Обновленная хоккейная коробка будет доступна всем горожанам, кроме того времени, когда она будет закрыта на технические работы. Вход также будет бесплатным, пояснила Юлия Юртакина. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В бассейне «Дельфин» прошли ежегодные традиционные соревнования для юношей, посвященные Дню защитника Отечества. Всего прошло 4 заплыва на 50 метров. Поддержать форму, сделать работу над ошибками, проверить свои силы и выносливость. Для этого в бассейне «Дельфин» ежегодно устраивают городские соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. По традиции между собой соревновались только юноши. А девушки в этот день выступали как судьи, засекали время, сравнивали результаты, помогали взрослой коллегии. Я принимаю участие практически в каждых соревнованиях, и это мой уже далеко не первый раз. Мне нравится этот вид спорта, и всегда, он меня всегда завлекал. А как сегодня вот соперники? Как оцениваешь соперников своих? Ну, есть и сильные соперники, но я не расстраиваюсь, я их только поддерживаю. В программе соревнований прошли 4 заплыва на 50 метров вольным стилем, кролем на спине, брасом и баттерфляем. Каждый пловец спортивной школы ИКАР участвовал в двух личных дистанциях на выбор. На дорожке выходили ребята различных возрастных групп от 2007 года рождения и старше до 2014 года рождения и моложе. У каждого участника были свои цели на эти соревнования, главные из которых – испытать себя и оценить свои результаты. Плавали 50 метров баттерфляя. Дистанция довольно нелегкая, но при должной наработке она получается очень быстро. Ну, удовольствие просто, чтобы получить кайф. 50 метров баттерфляй и бранс. Как-то лучше получается плавать. Ну и тренер подсказывает. Во многом, мне кажется, для себя. После тренера скажет ошибки, что не так. Судьи подвели итоги и наградили призеров в каждой возрастной группе. Теперь к следующим соревнованиям будут готовиться девушки. В «Дельфине» для них пройдут заплывы к 8 марта. 5 медалей воспитанники спортивной школы ИКАР привезли с чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Катя Мирясова в детстве была очень активна и просто обожала прыгать. Увлечение девочки заметила бабушка и отвела ее в спортивную школу ИКАР к тренеру по прыжкам на батуте Александру Абакарову. Сейчас за плечами юной спортсменки 8 лет тренировок. Регулярно она принимает участие в соревнованиях разного уровня. На последних состязаниях в Оренбурге взяла золото. За годы упорной работы спортсменка вывела для себя формулу успешного выступления на любом состязании. Чтобы победить, нужно спрыгнуть комбинацию с чистыми ногами, с прямыми, встать в зону и шагать. И чтобы не волноваться, я думаю, прыгну все свои комбинации.
Воспитанники Александра Абакарова успешно показали себя на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в Оренбурге. Спортсмены завоевали 5 медалей – бронзу, 2 серебра и 2 золота. К состязаниям готовились долго и упорно. Важный этап тренировок – прикидки. Больше мы проходим как бы прикидки, на оценку выполняем перед соревнованием. За полторы недели мы уже начинаем прикидки, набивать комбинации на частоту, на технику, на приземление, на оценку, короче. Вот. Уже не учим какие-то другие комбинации, вот какие делают, вот их оттачиваем. Состязания в Оренбурге стали самыми яркими и запоминающимися для Евгения Кулькова. Юноша впервые завоевал золото у Александра Каранаевича. Он занимается уже 8 лет. За это время успел стать кандидатом в мастера спорта и на достигнутом останавливаться не намерен. Софья Елгаенкова привезла с соревнований серебряную медаль. На двойном мини-трампе мне нравится выполнять комбинации, которые я посложнее уже учу. И, в принципе, это уже трудные комбинации. На батуте, там я что-то могу делать то, что не умею на двойном мини-трампе. Тренер у нас достаточно, можно сказать, веселый, иногда может быть и строгим. Может поддержать в трудную минуту, что-то подсказать. Также две воспитанницы спортивной школы выполнили норматив мастера спорта России первый раз. Закрепят успех и докажут свое право на почетное звание они уже на следующих соревнованиях, которые пройдут в конце месяца в Ярославле. Военно-спортивный отряд «Вымпел Атом» уже полгода действует на базе СРФТИ «Неяумифи». Ребята занимаются медицинской и физической подготовкой, спасательным делом, тактикой. Возродить старые добрые традиции детских и молодежных организаций. Вырастить поколение доброжелательных и отзывчивых, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны граждан. В России в целом и в Сарове в частности набирает популярность юноармейское движение и военно-патриотические или спортивные отряды. В этом учебном году список ВПК нашего города пополнил новый отряд, возникший на базе Сарфата и Неяумифи. Ребята, студенты, которые появились, решили связать свою жизнь с военным направлением, поступить высшие военные учебные заведения, в том числе, конечно, сейчас это на этапе, скажем так, зарождения таких мыслей, но, тем не менее, они это допускают, и моя задача здесь их поддержать. В задачи руководителя входит открытие новых направлений, например, к уже знакомым и традиционным занятиям по строевой, огневой и физической подготовке, сборке и разборке автоматов недавно добавилась тактическая медицина и навыки тактической подготовки, ведения боев. Теоретическая подготовка также присутствует. Прежде всего, естественно, это медицина, это исторические какие-то составляющие, этому мы тоже большое внимание уделяем. Естественно, вопрос пожарной подготовки, для нас он, конечно, специфический, но мы его тоже очень часто берем, потому что есть ребята, которым это нравится. Но если есть, как говорится, спрос, то приходится все это преподавать. За плечами руководителя отряда богатый армейский опыт. Станислав служил на Дальнем Востоке, занимался с кадетским классом в первом интернате. Затем 7 лет провел в Саровской дивизии. После окончания службы на гражданке военное дело не бросил. К своим воспитанникам он старается не только дать теоретические и практические знания, но и воспитать в них патриотизм и ответственность, вовлекая в различные акции. Вступить в отряд меня сподвигло не только физической подготовкой, тактической, но также и желание помогать ветеранам, участвовать в различных акциях, участие в параде на 9 мая, в почетном карауле, возложении цветов и различных других акциях. Таким образом, я отдаю свой долг Родине. Отряд «Вымпел Атом» – место, где свои навыки и умения могут развивать не только представители сильной половины человечества. Девушки занимаются наравне с юношами, ничем им не уступая. Кстати, у воспитанниц отряда уже есть награды. Например, недавно командир отряда Ульяна Зарубицына была удостоена нагрудного знака «Юноармейская доблесть» 3-й степени. Для меня что женское, что мужское – это одно и то же, потому что мне нравится это дело. Я пришла, когда в отряд в 2020 году, мне так загорелись глаза, то, что мне так это все понравилось, и я решила то, что это мое, мне надо, и даже поставила для себя цель в будущем. Я хочу поступить в Академию ФСБ, и для этого я зарабатываю награды, достижения и стремлюсь к успеху, чтобы быть лучше в будущем. Сейчас отряд «Вымпел Атом» готовится к параду Победы на 9 мая.